Всем привет, дорогие друзья, вы находитесь на канале Технобар Плюс. Сегодня играем в лотерею КХЛ. Суперприз здесь, видите, 9 миллионов. Похоже чем-то лотерея на вот эту вот, на волшебный квадрат. Также стираем здесь числа. И здесь у нас, напомню, 12 чисел, но хотя бы 9 должны совпасть с вот этим. Если какое-то число, которое не совпадает с этими числами, то мы проиграли. Если совпали все 9, вытираем слово «приз». Соответственно, приз выигрываем. Лотерея у нас стоит, вы прекрасно видите, это новинка 2023 года. Давайте будем начинать, а вы потихоньку, друзья, пока счищаю эти циферки, пожалуйста, подпишитесь на канал Технобар Плюс, прожмите лайк данному видео. Большая просьба, еще очень много видео есть на канале про лотереи и не только. Большая просьба смотреть видео на канале с применением VPN-сервиса. Это очень помогает каналу, друзья. Быстренько вот так вот вытираем наши числа и смотрим сразу же. Поехали. 51. Его здесь нет. Без выигрыша. Сколько мог бы выиграть? Понятно, 300 тысяч. Счищаем второе поле. Так, смотрим сразу же, друзья. 41. Есть. 43. Есть. 44. Есть. 36, 39, 37. Так, смотрим. 39 есть. Ну, а 36 нет. Все, значит, в пролете. Насколько я тут в пролете? На 600 рублей. Понятно. Ну, скорее всего, друзья, что билет будет без выигрыша. И вот заметьте, кстати, вот стираю этот билет, да? И как-то вот и числа стираются сразу. Блин, ну, что-то не то. 42. Есть. 44. Есть. Так. 47. Есть. 45. Есть. 46. Есть. 48. Есть. 43. Есть. 49. Есть. Но нет 50. И вот все. Весь пазл рушится. Пазл, кстати, был у нас на 6 тысяч. Вот как-то так. Друзья, билет без выигрыша на сегодняшний день. Прожмите, пожалуйста, лайк данному видео, подпишитесь на канал Технобар Плюс. Я, как обычно, всех обнял.